Ходят слухи, что с 1 сентября прикроют YouTube в нашем регионе и в России. Поэтому, кто желает оставаться с нами на связи, подписывайтесь на наши каналы в Дзен и Рутуб. Ссылки на них будут традиционно в описании под видео. Доброго всем! Сегодня у нас продолжение темы по форкамерам GBC Mercedes 2.3 и 2.9. В нескольких наших видео мы подробно описывали работу по извлечению и монтажу этих камер. Ссылки на те ролики будут традиционно в описании под видео. Нас также очень часто спрашивают, что делать в том случае, если гайку форкамеры никак не удается открутить. Такое встречается и встречается достаточно редко, и нынче такая вот проблема возникла и у нас. Для начала напомню, как мы это делаем и что предпринимаем, если гайка не откручивается. В этом видео мы расскажем, как демонтировать или попросту извлечь форкамеры из ГВЦ двигателя Mercedes Vito Sprinter T1. Заросшие, неразведенные ржой и не закисшие. Беру специальный съемник, головку и пневмопистолет. Пытаюсь открутить гайки. К сожалению, ни одна гайка не поддалась, но я был к этому готов. Побрызгал резьбу ВД-шкой, дал покиснуть и приступил к нагреву посадочных мест. Грею примерно до 150 градусов. Пробую теперь выкрутить гайки крепления форкамер. Гайки выкручиваются без проблем и усилий. Однако в нашем случае нагрев помог лишь в половине случаев. Извлекли таким способом всего лишь две камеры из четырех. И что же делать дальше? А делаем мы обычно так. Ставим головку на сверлильный или фрезерный станок. В данном случае на фрезерный станок. Фрезеровщик Сергей заряжает фрезочку и ослабляет стенки гайки. Делает он небольшие пропилы, ослабляет гайку и пытается ее выкрутить. Гайка медленно и нехотя, но поддалась. Если удается не пропиливать стенку полностью, повезло. А нет, то приходится полностью разрезать гайку. Как правило, в таких случаях приходится ставить ремонтную гайку. Перед этим, естественно, нарезая новую резьбу под эту гайку. А это все, что я хотел рассказать вам в этом ролике. Оставляйте комментарии, кидайте донат, задавайте вопросы, обязательно отвечу. И без аварийных вам поездок.